Шумерські міста – це була частина Циркумпонтійського регіону? Ну, как бы не совсем вообще-то. Потому что шумеры себя считали потомками Арраты, и они не включали себя ни в Аррату, не включали в себя ни в Сакураю, ни в Сакрамаю, и, конечно же, ни в Сакоптиану. Хотя вот есть множество трудов того же Шилова, и сами шумеры обозначали, что их предки происходят с севера, и как бы указывали и великую реку, которая впадает во внутреннее озеро, которая посвящена великому Уту-Шамашу.